Приглашаем всех жителей Ленинского района 1 июня принять участие в акции «Благовидное». Старт благотворительного марафона будет дан в 9 утра в прямом эфире телеканала «Видное ТВ». Весь день мы будем встречаться как в студии, так и на разных площадках нашего города. Но главный детский праздник состоится во Дворце спорта «Видное». В 16:00 начнет свою работу интерактивная зона. В программе робототехника, аквагрим, различные мастер-классы, клоуны, спортивная площадка и многое другое. Марафон завершится большим благотворительным концертом. Вход свободный. Ждем каждого.